Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прибыл в Удмуртию. Он встретился с руководителем региона Александром Причаловым. Володин отметил, что в республике в первую очередь нужно решить проблему с выплатой зарплат. Время, которое проводит в пути поезд Ижевск-Москва, постараются сократить. Планируется, что вскоре состав будет прибывать на 3 часа быстрее. В Ижевске побывал известный режиссер Станислав Говорухин. Он встретился с работниками культуры и творческой интеллигенцией. После этого председатель Комитета Госдумы по культуре отправился в Воткинск. В Ижевске задержали таксиста, который сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Орджоникидзе. Мужчина с места ДТП скрылся, однако сотрудники госавтоинспекции сумели его найти. День знаний 1 сентября в Удмуртии будет теплым и солнечным. Днем воздух прогреется до 23 градусов, а вот в последние дни лета в республике ожидаются дожди. Во вторник будет не теплее 17 градусов.